Здравствуйте. Сейчас я вам продемонстрирую кардиганы плюс пончо, крем Швейцария. Цена за килограмм 1175 рублей. В упаковке 20 килограмм 8 грамм. Стоимость всех кардиганов и пончо 23 594 рубля. Количество единиц 46 штук. Стоимость 1 единицы 512 рублей. Первый — это кардиган с утепленным капюшоном, искусственный мех, размер L на пуговках. Так, дальше у нас бежевый кардиган с большим воротником. Размер не указан, скорее всего, S. Это у нас пончо с капюшоном. Размер не указан, возможно, ML. Так, дальше у нас тоже пончо с поясом. Большой ворот по типу водолазки. Размер XS. Кардиган укороченный, размер S. Серое пончо, вязаное с большим воротником. Размер не вижу, но размер маленький, SXS. Тоже пончо. Вот у пончов нет размера, и по ним вот очень сложно понять все-таки, что это за размер. Ну вот так вот по плечам может быть максимум M. Так, это у нас тоже пончо вот такое вот. Тоже нет размера, но оно тоже небольшое. Вот такое треугольное пончо, тоже без размера. Ну вот по плечам, если, то тоже не очень большое. Так, это у нас тоже пончо, размер у него 5 с размерами. Так, ну вот, давайте посмотрим. Тоже маленького размера. Это у нас кардиган, он прошит серебристыми ниточками. У него есть два кармашка с длинным рукавом, размер S. Так, дальше. Это у нас кардиган, он идет без застежки, размер S, рукав длинный. Так, вот такой кардиганчик с коротким рукавом, размер S, удлиненный кардиган, тоже идет без застежечки. А девочка по всей кромке зека кожи, размер указан 44. Кардиган размер XS, тоже без застежечки, с двумя карманами, с длинным рукавом. Так, это у нас кардиган размер M, он идет взахлёст друг на друга, вот так вот половиночки, с длинным рукавом. Теплое пончо с большим воротом. Размер, как и на предыдущих, не указан, но тоже видно, что оно прям небольшое. Так, это у нас вот такое пончо, накидка. Вот это вот большое, то есть оно подойдет, мне кажется, на даже женщину 54-56 размера. Ну, на небольшую девушку, но просто будет захлёст. Ей будет теплее. Кардиган пончо размер S с коротким рукавом. Еще одно пончо тоже большого размера. Так, это у нас кардиганчик вот с такой вот бахромой по краям. Размер не указан, но, возможно, 44-й.
оранжевое пончо. Ну, вот это вот побольше. Плечам видно. Здесь есть размер. Здесь тоже нет размера. Может быть, 48, 50, 52 максимум. У нас вязаный кардиганчик, теплый, с длинным рукавом. У него есть два кармашка снизу. Размер указан 2XS, XS. Вот такой вот кардиганчик, тоже без застежечки идет. Размер M, рукав длинный. Кардиган сделан по типу корсета, завязочки у него. Размер ML, он идет на пуговках. Рукав тоже длинный. Без рукавка, размер S, меховая отделочка спереди. Сам кардиганчик, сама жилетка вязаная. Так, кардиган размер M, 14-16 указано, длинный рукав, идет без застежечки, можно носить пояс. Синий блестящий кардиган с длинным рукавом, удлиненный, размер 2XL. Это у нас вязаная пончо, нет, это жилеточка. Размер у нее S, спереди сделаны вот такие вот рюшечки. Теплый длинный кардиган с капюшоном, размер 2XL. Так, это у нас тоже кардиганчик. Воротничок можно... Нет, он здесь прошит. Он идет без застежки, взахлёст. Размер указан L. Пушистый белый кардиган, очень мягкий и теплый. Размер не указан, но, возможно, тоже L. У нас пончо, оно снизу сделано с такой вот бахромой, а по краям спереди он украшен стразиками. И размер не указан. Так, это мы все убираем. Дальше у нас теплый кардиган, тоже без застежечки, размер у него M, носится он взахлёст. Так, вот такое пестренькое пончо. Тоже можно носить как на распашку, можно носить немножечко взахлёст. Кардиган удлиненный, теплый, с двумя карманами. Размер указан XS. Можно носить поясом. У нас тоже кардиган с сеточкой, вязаный, без застежки. Размер 42. Кремовый кардиган с карманами, здесь вышиты, нашиты такие розочки, размер у него указан S. Кардиган пиджачного типа, размер XL. Так, это так, у нас такая жилетка, сейчас покажу, вот так вот, вот здесь вот дырочки для рукавов, и к низу она идет на расширение. Вот таким вот образом. Черненькая. Сделана с крылышками небольшими. Вот такой вот пончо. Вот здесь вот ворот. Размер не указан, но оно прям совсем маленькое. А размер может быть XS. Кардиганчик. Размер 46 на пуговках без рукавов. Легкий классический кардиганчик, подойдет на рубашку, на футболку. Размер у него указан 36-40. Черный теплый кардиган утягивается ленточкой по талии, завязывается. Два больших кармана, массивный воротник, размер скорее всего S. Теплый вязаный кардиган с утепленным капюшоном, искусственным мехом, размер XS на больших декоративных пуговицах. И последний, это пушистый. А по спинке он
такой немножко сетка, спереди он поплотнее. Размер маленький, состояние отличное. Вообще все вещи в достаточно таком хорошем состоянии. Они не требуют там какой-то специальной чистки, стирки. Может, какие-то немножко надо будет отпарить. Сейчас вам были продемонстрированы кардиганы плюс пончо, крем швейцария, цена за килограмм 1175 рублей, в упаковке 20 килограмм 0,8 грамм, стоимость всех кофт 23 594 рубля, количество единиц 46 штук, стоимость одной единицы 512 рублей. Спасибо за внимание, до свидания!